По предварительным данным, один человек погиб во время крупного пожара, который произошел в Люберцах. Во вторник в 16 часов 11 минут на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в трехэтажном здании ресторана на улице Кирова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту ЧП через несколько минут. Из-за угрозы распространения огня на соседнее жилое здание эвакуированы жильцы ближайшего подъезда. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В тушении были задействованы 24 единицы спецтехники и 72 пожарных. Полностью ликвидировать пожар удалось к половине второго ночи среды. В ходе обследования здания в лифте обнаружен погибший. Им оказался 42-летний мужчина, житель Коломны. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.